Детвора мчится на праздник Сабантуй из одного села Камышлинского района в другой, через степи, леса и холмы. Воспоминания молодости отразил в этой картине Азат Камилович Надиров. А на другой художник-любитель написал портрет своего отца, участника и Первой, и Второй мировой войны. Армия и народ, они всегда едины, это верно. Всегда народ, независимо татарин, чуваш или русский, наши отцы, наши прадеды, наши деды, были на страже нашей общей родины. Художественная выставка работ ветеранов, которая называется «Народ и армия едины», подошла к завершению. Более 50 картин, среди которых есть работы художников со стажем и совсем еще новичков в этом ремесле, были выставлены во Дворце ветеранов. Выставки, мероприятия, они позволяют им открыть свою душу, заново как бы приобрести радость, которую они дарят не только себе, но и другим людям, которые с удовольствием приходят на данные выставки и наслаждаются работами. Все авторы получили подарки и благодарственные письма и договорились принять участие в следующей выставке. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События.